эксцентриссимо. Москвичи живут настолько хорошо и чувствуют себя настолько безопасно, что их дома бывают похожи на настоящие джунгли. Это выяснили местные депутаты, когда решили защитить котиков и песиков от их хозяев. 300 тигров и леопардов, жирафы и слоны обнаружились в руках москвичей. И теперь вопрос поворачивается иначе. Может быть, людей надо защищать от хищников? Не все же сильны, как Майк Тайсон. Он смог себе позволить сразу 3 бенгальских тигров. Разумный миллионер и свою любовь к животным может превратить в бизнес. В США, в штате Коннектикут, один натуралист построил замок, похожий на средневековый. Кристофер Марк сделал состояние на металлургической промышленности, а затем с головой ушел в создание поместья. 7 лет и 4 миллиона долларов потратил. В замке 20 комнат, 8 спален, тренажерный зал, бар, банкетные и бильярдные залы, как у любого зажиточного землянина. Но выделяется недвижимость благодаря мини-зоопарку с птицами эму и верблюдами. Так что вложенные в замок деньги миллионер отобьет быстро. Просит за него 45 миллионов. И потенциальные покупатели сразу выстроились в очередь, в том числе и некоторые москвичи. Эксцентриссимо.